Здравствуйте, дамы и господа, с вами Елена, и вы на моем канале Элен Элегант. И сегодня речь пойдет о вышитой мной работе, новогодней работе от Dimensions Gold Collections серии Petite Toy Shop. Номер набора 8900, легко запомнить. У меня был оригинальный набор, и что мне понравилось, и что не понравилось из него. Ниточки, ну, довольно хороши, я бы сказала, лучше качества, чем я вышивала раньше. Dimensions, и хватило их с лихвой. Я думаю, даже на два таких сюжета хватит. С иглой, правда, не повезло, она была бракованная, ушко было сломанное, но ничего страшного, я думаю, что это мелочи. Схема. Давайте посмотрим, что представляет из себя схема. Ну, такая же практически, как и мой набор «Кофейный магазин». Видите, да, цветосимвольная схема. Крестиков немного меньше, чем полукреста. Вот эта колонка крест, эта колонка полукрест. Здесь бленды. Бленды выполняются. Один бленд крестом. Золотая нить в надписи. Название магазина, остальные полукрест. И довольно много бэкстича. Три вида французских узелков. Вышивала я не по этой схеме, я вышивала по электронной схеме, по перенабору. И ну, практически не было там ошибок. Ошибка была только вот в отсутствии вот этой диагонали, вот этой линии бэкстича. И отсутствие было вот, отсутствие вот этого французского узелка на крыле самолетика, детского самолетика. Французского узелка красного, но думаю, что это совершенно такие незначительные ошибки. В принципе, перенабор хороший, я его рекомендую. О нем вы, даже его, собственно, вы увидите позднее. Итак, рассмотрим схему. Видите, да, что крест здесь в убытке, больше здесь полукреста. И довольно много бэкстича, особенно вот серой ниточкой. Ну, очень много бэкстича, где-то 30% от объема стежков занимает бэкстич. И количество стежков здесь, согласно программе, около 10 тысяч, ну, там 9 тысяч с чем-то, но я думаю, что если добавить то, что не достает, как раз будет 10 тысяч стежков. Но об этом также я покажу вам позднее. Схема где-то 100 на 100, и я не совсем согласна с размерами. Я считаю, что здесь в ширину немножко больше, чем в высоту, потому как вот это поле, оно не зашивается. Сейчас вам покажу, почему. И почему для меня это важно, потому что по инструкции, по титулу самого набора, мы видим, что работу они рекомендуют и вообще говорят о том, что это 15,2 на 15,2 сантиметра. Для меня это важно, потому что это квадрат. Но на самом деле размер не таков. Сейчас я вот в кадре вам померю. Ширину, да, действительно, это 15, ну, где-то, да, и 2. Работа не стирана, то есть она не дала усадку. Вот оригинальная канва, которая была. А вот высоту, ну, вот 14,5. 14,5, никак не 15, не 15,2. Вот, 15,2 где-то здесь заканчивается, но если сделать оформление, да, с большим количеством неоформленного вниз сюжета, ну, думаю, будет 15,2. Здесь работа стиранная, вот обращаю ваше внимание, кофешоп, и ширина самого дизайна, ну, 15,1, 15,2, да, можно согласиться, а вот высота, опять же, 14,8. Вот я бы сказала так. Ну, здесь вы видите, да, немножко различаются сюжеты по нижней части дизайна. Мы видим, что здесь на магазине игрушек не зашитый промежуток внизу, а вот у кофейного магазина мы видим полоска. Поэтому здесь немножко больше. О чем я говорю? Если делать одинаковое оформление и два квадрата, то я думаю, что не получится. Нужно будет мудрить с размерами. А для меня это важно, потому что я хотела оформить в квадраты. Итак, что входит в состав набора? Аида белая 18 каунта, нити Dimensions, в том числе металлик, который вышивается вот золотые надписи магазина. Инструкция и дизайн это Джима Митчелла.
Очень хороший дизайн, оба эти дизайна принадлежат этому автору, мне очень нравится. Я бы хотела вот третий такой сюжет вышить, к сожалению, его нет. Насколько я знаю, что его нет, есть только «Поцелуй снеговику», но он немножко больше и не совсем меня устраивает, вот не совсем он мне нравится. Итак, по поводу нити, как я уже сказала, что здесь довольно много осталось, ну где-то вот половина от того, что было. Можете спокойно вышить сюжет еще один такими количествами нитей. Ну, может быть, там сантиметров 20 где-то можно будет добавить денег, но тем не менее. Вот металлической ниточкой, металликом я не вышивала. Поэтому он остался у меня. Видите, да, голд. Потому, как видите, слишком он распадается на нити. И мне не совсем удобно этой ниточкой работать, но это вкус и цвет, это вкусовые все характеристики. Я думаю, что кто-то вышивает и вышивает с удовольствием, поэтому, может быть, кому-то, кстати, и понадобится. Это все, вот я о чем говорю, я, может быть, даже согласилась бы поменять эти остатки набора. У меня есть оба дизайна, оба оригинальных набора, и вот мне хочется собрать всю коллекцию вот таких птичек номер дизайна 8844. Вот, мне очень хочется недостающих 4, да, оставшиеся, потому что, насколько я знаю, их 5. Вот таких открыточек, если у вас есть такие наборы, остатки таких наборов, можем с вами поменяться моими остатками. Я бы с удовольствием вышла всю эту зимнюю серию, потому как мне очень нравятся зимние сюжеты, особенно от Dimensions, потому что объем, как вы видите, довольно хорошо передан. И тут такая аллюзия новогоднего торжества, она присутствует. И довольно приятно это все созерцать. Еще осталось это все правильно и грамотно оформить и выбрать и время, и средства, и возможности. Не знаю, получится или нет. Вот видите, год уже лежит, кофейный магазин не оформлен. Итак, поговорим про мои замены. Ну, как я уже сказала, мне дизайн очень нравится, и я не меняла ничего. Мне очень понравилась находка, вот обращаю ваше внимание, в верхней части дизайна, вот эти кирпичи, вся эта кирпичная стена, она вышивается одним, вот прием мне понравился, да, вышивается полукрестом в 4 и в одно, по-моему, сложение, я не помню, нужно смотреть по схеме. Очень интересный прием, покажу вам я его на электронной схеме и покажу вот сейчас на бумажной схеме. Видите, да, что вот этот треугольник красный и вот это серое. Вот он, 69-45. Вот такой оранжевый, немножко припыленный оранжевый. Очень интересно смотрится. Вот в одно и в три сложения, да, не в четыре. В одно и в три сложения. И получается такой объем, как будто залитая солнцем стена. Вот, несмотря на то, что морозный зимний день, смотрится очень красиво. Вот этот объем, особенно вот в ближайшем приближении, далее в видео я постараюсь вам сделать такие кадры. Отличная находка. Для меня это было просто в этом дизайне прелестно. Вот в кофейном магазине такого нет. Немножко такое разнообразие оранжевых цветов, но по-разному все выглядит. Итак, про мои замены, на что я решилась, просто добавить бисера вместо французских узелков, так как я это сделала в кофейном магазине. Все белые французские узелки я заменила бисером. Бисер Тоха номер 141, 15 размера. Такой прозрачный, бисер не белый, а прозрачный, чтобы его было вот очень слабо видно. Вот, кстати, точно такой же бисер и здесь, на этой работе, но его большее количество, нежели здесь. И желтые французики, французские узелки здесь, но они превалируют в венках и в елочке. Мы с вами видим, я заменила на бисер Туха 22В, тоже 15 размера. Довольно мелкий бисер для того, чтобы смотрелось все более аккуратно. Ну, на мой взгляд, гораздо лучше. Да, кстати, вот он, французский узелок, который должен быть. Это бисеринка, которая отсутствовала в схеме. Кстати, в надписи я не стала убирать французские узелки. Я оставила вот эти три красных французских узелка, но мне показалось, что они здесь уместны. И про мои замены. Это надпись Toys Gift Games. Я сначала вышила по ключу, а потом мне не понравилась темная ниточка, которая обрамляет. Кстати, Т6 то же самое. Если кто знает, что такое Т6, скажите мне, пожалуйста. Для меня досталось загадкой. Я решила обрамить их металликом, вот, которым я вышивала вместо оригинального. Это Diamond.
любимый мой Diamond DMC, такой любимый-любимый металлик. Почему любимый? Потому что вот сама ниточка, она не так сильно расслаивается и ведет себя, ну, при вышивке более-менее, по крайней мере, на мой взгляд, лучше. Вот. Выглядит, ну, я думаю, что металлик, в принципе, выглядит одинаково. Это если в ближайшем рассмотрении вы знаете, с чем вышивали. Я думаю, вы различите. Итак, я прошлась золотой нитью, обрамила бэк, оставила бэк оригинальный, темный, он немножко проглядывает. Если захотите, повторить именно этот прием. А золото сверху. И немножко так объемно он выглядит. То же самое с Т6. И вот эта надпись «Букс», как вы видите, в оригинале она из 5 сложений, это бленд, золото с такой 726, по-моему, в DMC. Ну, как всегда, бленд они делают именно из этих сложений. Мне не понравился этот вариант, я посчитала его немножко грубоватым. И сделала просто в одно сложение золотой нитью. Вот такая надпись букс. А, добавила я, вот, кстати, да, видите, long stitch из золотой нити. По периметру самой надписи вот немножко выделила вывеску. Ну, это такие вот прям штрихи к портрету, совсем-совсем нюансы. В остальном все осталось так, как есть. Мне нравится этот объем, мне нравится вот передача этого такого солнечного освещения на кирпичной стене. Мне нравится вот этот объем, как хорошо передано. Я бы очень хотела сама управлять, то есть уметь делать такие объемы, рисовать такие схемы. Вот Dimensions, оно себя оправдывает, да, название. Измерения, вот эти объемы, они переданы очень хорошо. Когда это все вышиваешь, это все вот, это прям ложится. А по поводу самого бэкстича я сделала в большинстве случаев лонгстич, потому что, видите, какие длинные протяжки, и не захотелось мне сшивать каждую клеточку. Мне нравится больше, как лежит лонгстич. Немножко я его прихватывала мононитью по самой работе, когда вышивала бисер для того, чтобы не совсем он отставал. Но, тем не менее, вот если хотите повторить, вот такой вариант. Итак, две работы готовы. Да, красный еще бисер, красные французские узелки. Я заменила бисером в веночках и в елочке. И это бисер, также туха, пятерочка, также 15 размера. Вот такие варианты. Любимая моя Гутерман ниточка Invisible. Пришивала я ей бисер. Она неизменна для меня. Тоже вторая катушка. Вот рекомендую. Довольно прочная и невидимая, действительно невидимая, как в описании в названии. Итак, вышивалась, как я подчеркну, на оригинальной канве два дизайна. Здесь и здесь 18 размеры, поэтому практически повторяю друг друга. Я показала вам эти размеры для того, чтобы можно было оформить их довольно гармонично. Потому как видела, как девочки вышивали на разной ткани, 14-й, 18-й, получалось так не совсем пропорционально, и не совсем они, на мой взгляд, дружили между собой. Поэтому, если хотите серию вышить, я думаю, что следует выбрать один и тот же каунт канвы, потому как будет более гармонично выглядеть. Очень нравится мне это сочетание цветов, и эти бирюзовые, и нежные цвета, немножко вкрапления красного и в одном и втором дизайне. Вот, на мой взгляд, это отлично передано. Объем очень хорошо передан, и вся эта витрина сияющая, все это прекрасно выглядит. Вот, дизайн мечты, я бы назвала, да, мечта сбылась. Вот, слава богу. По поводу глажки, кстати говоря, и стирки, почему я не постирала эту работу, у меня сломался утюг, он не справен сейчас, не могу, к сожалению, отгладить и распарить. Может быть, поэтому вот на этом дизайне, видите, да, все эти сложные полукресты в 4 сложения, темные, они сплошной зашивкой выглядят, потому что работа постирана и поглажена, а здесь вот некоторые пробелы видны, белые. Немножко проглядывает канва, но, собственно, как превью на самом наборе. Немножко это меня смущает. Ну, не знаю, стоит ли стирать или нет, зато мне нравится, как выглядят крестики и все стежки. Вот такая дилемма. Посоветуйте, ответьте на вопрос, стираете ли вы свои работы после вышивки или оставляете такими, которые они были в оригинале. Итак, сейчас покажу вам электронную схему и какие-то количественные характеристики самого дизайна вы увидите. Итак, поговорим про сложные схемы. Вы сейчас видите электронный перенабор, в котором я вышивала. И прощелку сейчас покажу вам заполняемость схемы и близость между собой стежков. Ну, как вы видите, довольно близко. Практически нет одиночек, в основном группы крестиков. И довольно большое количество вышивается крестом. И сложности
Бэкстич я ставила, но потом я его не очень люблю. Может быть, был он. Кстати, около 30% занимает от объема именно бэкстич. И сложностью было то, что нужно было в 4 сложения вставлять полукрест, особенно когда он уже был заполнен. Сами понимаете, вот вы сейчас видите, да, этот коричневый, серый цвет, коричневый, серо-коричневый, все эти бленды, они вышивались довольно непросто. Я имею в виду то, что заполняет окна. Мне очень понравился вот этот трюк с этим цветом. Я имею в виду... Вот в DMC он 945, кстати, перенабор в DMC, в отличие от GP Codes. Вы видите, да, что вот один и тот же цвет, он вышивается полукрестом в 4, по-моему, и в 2 нити. Ну, словом, разные сложения для полукреста, и это делает такой интересный объем для всех вот этих кирпичей, которые таким солнцем переливаются. Очень интересный прием. Я бы его с удовольствием использовала, если бы сама вышивала. Итак, видите, да, букс-надпись вышивается в пять сложений. Как я уже сказала, что я вышивала в одну нить DMS металликом. И, соответственно, эти желтые узелки я вышивала бисером. А также по поводу белых. Вот видите, он с белым цветом, кстати, перемешан. Полукрест и французские узелки. Я тоже вышивала бисером, как и сказала. А вот, кстати, по поводу бэкстича. Его довольно-таки много. Вот видите, именно этого серого цвета. И я его лонгстичем делала. Но добавила немножко еще золотым бэком вокруг надписи. То есть Gift Games. E-books. Думаю, что это интересный вариант. Вот, кстати, по поводу того, кто делал перенабор, видите, да? Автор даже подписал свой перенабор. И номер дизайна 8900 Shop очень хорошо, что подписал. И мы видим размер на 18-м каунте 15,2 на 14,1. Кстати, да, вот я согласна с этим размером. На 14,1 именно, да, не то, что написано на обложки. То есть это не квадратный сюжет, это 15 на 14. И, кстати, второй раз у меня получается именно такой вариант. Неравномерный. И я немного переживала по этому поводу. Думала, что, может быть, это как-то со стиркой связано. На самом деле нет. Эту работу я не стирала. И размер точно такой же. Немножко меня это расстроило, потому что я хотела квадрат оформить. Но посмотрим, как получится. Итак, поговорим о статистике. 95 французских узелков, 4,274, 30% бэкстича, довольно большое количество. Полукреста 5500 и креста 4900, даже меньше, чем полукреста. И всего в дизайне, ну, около 10 тысяч. Вот я бы еще прибавила, потому что там немножко не хватает бэкстича и французского узелка. Ну, собственно, небольшое различие по поводу размера. На Аиде, как я уже сказала, 15,2, 14,1, 100 на 100 где-то сетка вышивки и 23 цвета вместе с металликом. Здесь DMC, видите, да, перенабор, ну, вообще-то GP Codes. А набор оригинальный, вот вы видите сейчас заполнение крестом, все, что вышивалось крестом, заполнение полукрестом, все, что вышивалось полукрестом. И видим, да, разницу. Ну, в зависимости от того, что вы любите, вышивать крестом или полукрестом. И вот, собственно, весь объем бэкстича довольно большой и довольно протяженный. Да, я бы рекомендовала лонгстичем вышивать. Ну, это как бы на ваш вкус и цвет. Видите, да, в одну нить в основном бэкстич. Вот только надписи Gift Toys Games в 2. И вот это букс в 5 сложений. Я вот здесь бы подумала. Менять или не менять. Ну, собственно, белый цвет здесь 2, но он оправдан, иначе будет не видно. Я даже в 3 делала. Иначе педаль и велосипед совсем теряются. А вот эти надписи, не знаю, я бы подумала, оставлять или нет, и вообще в каких вариантах оставлять, потому что играет роль и смотрится по-разному. И вот по поводу самого дизайна, я бы добавила еще немного блеск. Ну, на мой взгляд, на мой вкус и цвет. Это вылилось вот у меня в бисере. Я прибавила немножко бисера в елочку и в веночки. Собственно, это видно на моей работе. Но думайте сами и решайте сами. А это, кстати, вот по поводу сложений. Как интересно смотрится даже в электронном виде. Один и тот же цвет, как я уже сказала.
Вот, но, и, кстати, одна и та же техника, это все-таки полукрест и то, но вот выглядит это все настолько объемно и настолько прям вот красиво, как будто светом солнечным подсвечено. Очень оригинально. Для меня прям вот такой выход был, вариант, такая находка в этом дизайне. Итак, резюмируя, хочу сказать, что два дизайна идентичных вышито по оригинальным наборам, как вы видите сейчас превью, и практически идентичные результаты по вышивке. Набор 8900, магазин игрушек, и 8973, магазин кофешоп, кофейный магазин. Практически идентичное количество остаток ниток. Практически оба дизайна можно вышить по остаткам. Просто добавить ткань, просто добавить канву. И это очень хорошо. Ну, одинаковые схемы, и оба я вышивала по электронным схемам. Рекомендую делать то же самое. Есть недочеты, недостатки в этих схемах, которые гуляют по интернету. Но, в принципе, это все терпимо. Вот. Ну, ткань, размер ткани, если вы захотите добавить, это 23 на 23 сантиметра в обоих случаях. Очень я довольна дизайнами, очень я довольна результатами. Рекомендую к отшиву, если они есть у вас в мечтах, стоит того. Время, потраченное на них, стоит того. Вышиваются они довольно быстро, потому что это всего 10 тысяч крестиков. Сложность, вот опять же, только в том, чтобы пропускать 4 сложения нити для того, чтобы вышить вот этот черный фон, которым зашивается пространство за стеклами витрины. Вот. Ну и, собственно, было для меня немножко подумать о том, чтобы заменить французские узелки и немножко дополнить сюжет. А так, в принципе, я довольна всем, довольна качеством составляющих, комплектующих, и довольна результатом. Еще бы хорошо бы оформить, как я уже говорила, потому что это главный момент, правильно оформить и оформить декор, да, оформить работу и потом оформить само пространство, интерьер в новогодние праздники. Это, об этом я теперь мечтаю. Для тех, кто мечтает вышить эти дизайны, вдохновляйтесь, смотрите, радуйтесь и вышивайте. А сейчас я покажу эти работы вблизи, для того, чтобы вы смогли рассмотреть подробно все детали, и покажу вам новогоднюю Москву. Съемки проходили на Поклонной горе. Это ледяные фигуры. Я думаю, что вам понравится, и в продолжении вот этой новогодней истории создания такого новогоднего волшебного праздничного настроения будет очень самое то, да, очень оправданно. Итак, оставайтесь со мной.